Мы хотим познакомить вас с продукцией компании GMK. Это проводная камера GK213. Чем же она хороша? А тем, что область ее применения достаточно обширна из-за своих функций и характеристик. Данная камера может удовлетворить запросам на самое взыскательное требование. Например, ее можно установить в помещении с очень высокой влажностью, до 90%. А также температурные характеристики от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию дают возможность ее установки на улице. GK213 имеет в стандартной комплектации для этих целей защитный кожух от дождя. По совместительству он же является и козырьком от солнца, и поворотный кронштейн с тремя степенями свободы, с помощью которого осуществляется крепление камеры на потолок или стену с последующей настройкой на сектор обзора. Кстати, в зависимости от решаемых задач, возможно приобретение модульных объективов с различными углами обзора. От 24 градусов, это 16-мм объектив, до 92 градусов обзора, это объектив 3,6 мм. В стандарте камера имеет 6-мм объектив с углом оптического обзора 53 градуса. Что касается передаваемого сигнала и получаемой картинки, можно сказать следующее. GK213 передает цветное изображение с матрицы 1,3 дюйма производства Sharp. В стандарте сигнала PAL с черезстрочной разверткой 2 к 1. Само качество изображения не нужно настраивать вручную, так как камера умная и отстраивает картинку самостоятельно благодаря таким автоматическим функциям, как баланс белого, компенсация контрового света, усиление, фокусировка и функции день-ночь. Это конек этой камеры. Дело в том, что если на улице темно, то видеотехника бессильна и даже бесполезна при отсутствии искусственного освещения или при малой освещенности наблюдаемого пространства. GK213 таких ситуаций не боится, так как имеет мощный инструмент, состоящий из 12 светодиодов инфракрасного диапазона с дальностью действия до 10 метров. Проще говоря, камера в своем обширном арсенале функций имеет прибор ночного видения. Как я говорил выше, данная камера проводная имеет два выхода тюльпана. Один для подключения питания 12 вольт, а второй низкочастотный для видеосигнала, непосредственного подключения прямо к телевизору или монитору. Итак, если вам нужен надежный, добротный инструмент в сфере наблюдения и охраны пространства, камера GK213 – это отличное решение данных задач.